Доступная городская среда для людей с ограниченными возможностями в последнее время активно обсуждается ангарчанами. В преддверии Всемирного дня защиты прав слепых этот вопрос подняли инвалиды по зрению. Для решения проблем за круглый стол пригласили представителей городской администрации и органов социальной защиты населения. Головная боль уже на протяжении многих лет – это установка звуковых светофоров. Установка, вернее, звуковых сигналов к светофорам. Мы не можем эту проблему решить уже на протяжении многих лет. Специалисты органов соцзащиты о проблемах инвалидов знают и стараются активно работать в этом направлении. В рамках встречи Александр Геранюшкин рассказал о новой федеральной программе по доступности среды для людей с ограничениями по здоровью. Она предусматривает внушительное финансирование на решение основных проблем инвалидов. Светофоры звуковые, которые подают сигналы для людей с слабым зрением или для людей невидящих, для того, чтобы они могли пересечь проезжую часть. Сколько их в городе? Их немного, этих светофоров в городе. Как мы выяснили у сотрудников госавтоинспекции, всего 4 светофора в нашем городе оборудованы звуковыми сигналами. Участники круглого стола приняли решение составить официальный документ о проблемах доступности среды в нашем городе. С ним инвалиды намерены обратиться в администрацию Ангарска в ближайшее время. Наталья Никифорова, Владимир Селиванов, местное время.